Всем привет! Вот и завершился чемпионат мира по баскетболу 2023 года. В финальном матче играли Германия и Сербия. Матч получился бескомпромиссным и результативным. Сербы сразу захватили преимущество и вели в счете всю первую четверть. Во второй четверти немцам удалось выровнять ситуацию, и на большой перерыв команды ушли при ничейном счете 47-47. Решающей стала концовка третьей четверти. Мощный спрут позволил немцам оторваться на 12 очков и выиграть четверть со счетом 22-10. В четвертой четверти сербы бросились вперед, пытаясь спасти матч. На 9-й минуте им удалось забросить 2 трехочковых. Один с игры, второй с линии штрафных, после фола при трехочковой попытке. За 37 секунд до окончания матча отставание составляло всего 2 очка – 79-77. Но на больше сербов не хватило. Немцы победили со счетом 83-77. Самым результативным игроком у немцев стал Шрёдер, набравший 28 очков. У сербов это Абрамович, набравший 21 очко. MVP финала стал Вагнер, а самым ценным игроком турнира стал все тот же Денис Шрёдер. Германия впервые в своей истории завоевала золотые медали. Немцы выиграли все 8 матчей на этом турнире. США-Канада. Матч за бронзу проходил на встречных курсах. В конце первой четверти канадцам удалось оторваться плюс 13. И четверть они закончили со счетом 34-25. Вторая четверть началась с мощного рывка США 15-2. И уже они вышли вперед со счетом 40-36. За первые 3 минуты второй четверти канадцы смогли набрать лишь 2 очка. Но после тайм-аута канадцы вновь вышли вперед и ушли на перерыв с плюс 2, 58-56. В третьей четверти канадцы увеличили отрыв до плюс 9, 33-26. В четвертой четверти Штаты прибавили, и за 6-58 до окончания четвертой четверти счет сравнялся. В оставшееся время игра была равной с переменным лидерством. За 4,2 секунды до окончания четвертой четверти кленовые вели плюс 4, 111-107. Канадцы свалили на Бриджесе. Форвард США забросил первый штрафной, второй промахнулся, сам его тут же подобрал, убежал за дугу и бросил в треху. Счет стал равный, 111-111. В заключительные 0,6 секунд канадцы бросили трехочковый, но промахнулись. Овертайм. В дополнительное время Канада совершила очередной рывок и смогла довести матч до победы 127-118. Команды провели самый результативный матч на турнире, на двоих набрав 245 очков. MVP матча стал канадец Брукс, набравший 39 очков. Сборная Канады впервые в истории завоевала медали мирового форума. Самыми результативными игроками у канадцев стали Брукс, 39 очков, и Александр, 31 очко и 12 передач. У США это Эдвардс, 24 очка. Всем хорошего баскетбола, подписываемся.